Приветствую всех на канале Первое Раковое ТВ. В этом видео я покажу вам, как подключить любой игровой руль или геймпад к вашей любимой игре, такой как Forza Horizon 4, SnowRunner, Need for Speed и многие другие. Не забывайте, что ваша активность, лайки, комментарии, подписки на канал помогают развитию канала, так что подписываемся, ставим лайк и мы начинаем. Так повелось, что большинство разработчиков гоночных игр добавляют поддержку только топовых рулей в свои игры от таких компаний как Thrustmaster, Logitech, Fanatec и так далее. Вам необходимо только установить дрова на руль и все, игра его определяет и готова с ним работать. А вот с бюджетными рулями уже не так все радужно. Игры в большинстве случаев их просто не видят. Но как вы, наверное, поняли, выход из такой ситуации есть. Продемонстрирую я вам его на примере бюджетного руля от компании Defender, Defender Forsage GTR. Но данный способ универсальный и сработает с любым рулем или геймпадом. Суть способа в том, что с помощью специального софта мы будем эмулировать геймпад от Xbox 360, поддержка которого есть практически во всех играх. Итак, начнем. Первое, что нам необходимо сделать, это установить драйвера на руль или геймпад. Если вы это уже не сделали, конечно. Второе. Скачиваем эмулятор. Ссылку на сайт проекта оставлю в описании. Скачается архив, распаковываем его. И неважно, где он у вас будет храниться, распаковывайте куда вам удобно. Запускаем эмулятор. Первый раз винда может негодовать, что вы запускаете экзешник. Игнорируем ее, что она вообще понимает. Запустили. Не пугайтесь количества вкладок и кнопок. Переходим в последнюю вкладку. Там будут отражены все проблемы, мешающие эмулятору нормально работать. У вас должна быть только одна проблема в этой вкладке. Это то, что не установлен пакет драйверов для виртуального геймпада. Жмем на кнопку Install. У меня нет данной проблемы, потому что я их уже установил. Если потом будет необходимость удалить данные драйвера, сделать это можно, перейдя в вкладку Options, далее вкладка Virtual Device и соответствующая кнопка Uninstall. Как видите, тут же их можно и установить. Следующим шагом необходимо настроить наш виртуальный геймпад. Переходим в вкладку Controller 1 и нажимаем на кнопку Add. И выбираем наш руль или геймпад. Тем самым мы указываем эмулятору, с каким девайсом ему работать. Но это еще не все. Теперь нужно указать, какая кнопка реального руля или геймпада соответствует виртуальной. Тут есть несколько способов. Начнем с самого простого и наглядного. Как видите, в центре у нас изображен стандартный геймпад от Xbox 360. Если навести и нажать на необходимую вам кнопку, триггер или стик, начнется запись. Работает все как с назначением клавиш в игре. Например, выбираем левый стик, отвечающий за повороты вправо-влево. Начинается запись, после чего вращаем руль. И мы видим, что к левому стику привязалась ось вращения руля. Дальше действуем по аналогии, пока не назначите все необходимое вам для игры. Второй способ. Как видите, вокруг изображения с геймпадом расположились выпадающие списки с названием того, к чему они относятся. Так, для назначения поворота руля на левый стик, в моем случае, мне необходимо открыть выпадающий список с названием Stick Axis X и выбрать Axis 1, но это способ сложнее. Но если обратите внимание, в выпадающих списках тоже есть кнопка «Запись». Работает по аналогии с первым способом. После того, как вы настроили ваш виртуальный геймпад, ставим галочку в поле «Enable One Mapped Device» и можем играть уже в некоторые игры, такие как SnowRunner или Need for Speed. Почему некоторые, расскажу чуть дальше. Обратите внимание, что мы настраивали виртуальный геймпад только в первой вкладке «General». И сколько вкладок еще осталось нетронутыми. Они служат для более точной настройки. Отрегулировать чувствительность, настроить мертвые зоны, сил вибраций и так далее. Почему на данном этапе не получится играть уже во все игры? Некоторые игры могут видеть ваш руль или геймпад, но не поддерживать его нормально. Такая игра, например, Forza Horizon 4. Мы можем зайти в настройки руля и настроить его. Но когда мы начнем играть, мы получим вот это. Вы спросите, зачем ты нам про это рассказываешь, если ты ранее рассказал, как это можно обойти?
Сейчас объясню. Вся проблема в том, что Forza Horizon 4 будет видеть и виртуальный геймпад, и оригинальные контроллеры, а соответственно выполнять команды и того, и другого. Как итог, играть невозможно. Тут нам поможет библиотека драйверов High Guardian, цель которой скрыть оригинальные контроллеры от игры, чтобы были видны только виртуальные контроллеры. Для установки данной библиотеки переходим в вкладку Options, далее вкладка High Guardian и нажимаем кнопку Install. Подтверждаем в винде, что да, хотим установить. После установки переходим в вкладку Device и устанавливаем галочку в колонке Hide напротив вашего оригинального контроллера. Все, теперь Forza Horizon 4 видит только виртуальный геймпад и можно нормально играть. Но будьте аккуратны с данными драйверами. Устанавливайте только в том случае, если оригинальный контроллер мешает правильному функционированию виртуального контроллера в игре. При неправильных действиях можно потерять доступ к клавиатуре и мыши. На всякий случай оставлю в описании инструкцию, как удалить драйвер, если доступ к вашей мыши и клавиатуре потерян. Но если делать все правильно, все работает как часы. На этом все. Теперь вы знаете, как подключить ваш руль или геймпад к игре, которая его не поддерживает. Ну а если у кого-то остались вопросы, пишите их в комментариях. По возможности буду стараться всем ответить. А также не забывайте подписываться на канал, ставить лайк. До новых встреч!